Раньше были вот такие вот шкатулки. Ну, у нас в Германии вот в таких шкатулках продают печенье, особенно к Рождеству, там вот такие праздники. И это музыкальные шкатулки. Вот здесь можно их завести. И сейчас вам покажу. Вот такая есть в виде автобуса. Тут тоже ее можно завести. И вот такая вот старинная. Правда, без ножки, но все равно хорошо. Так, мы вот ее открываем. И тут у нас... что у нас тут? Старые всякие бижутерия. Вот. Вот. Интересные такие вот. Ножка только отломалась. Нужно приделать будет. И тут вот такая вот балеринка. И можно завести тоже, опять же, эту шкатулочку музыкальную, и она будет играть. Сейчас я вам покажу, где же она заводится. Так, по-моему, окей, на другой стороне. Сейчас вам покажу. Красота, не правда ли? В общем, что касается этой шкатулки, ее нужно, конечно, починить, потому что она стояла у меня на шкафу, и вот кошки умудрились скинуть со шкафа, и тут вот, вот что тут произошло. Вот это нужно, конечно, как-то обработать. Вот тут то же самое. И тут у нас... Так, сейчас вам как показать. Вот так вот. И тут ножка отломилась. В общем, вот такие вот шкатулочки интересненькие. Вы, наверное, тоже помните все вот такие старые шкатулки, которые у нас, может быть, на трюмо были или еще вот с этой балериной. Пишите в комментариях, может быть, вы тоже помните это, и если да, то какие, может быть, у вас были. Делитесь своими впечатлениями. Ну все, пока-пока.